кажется, что все у нас будет чики-пики. Так, ну вот что-то не появляется у нас этот New Hope Star. Почему-то нету его у нас. Не хочет нам его показывать HLTV. Он будет у нас человек-невидимка. И это не совсем хорошо. Ну ладно, фиг с ним. Будем смотреть так. Так, тут под флешку Кертус убивает Пингу. Забирает он его на котах. Тем временем то ли 3, то ли 4 игрока команды New Hope двигаются по зигзагу. Ну и вот здесь вот их будет принимать вот этот парень с ником EFF. Здесь забирает он первого. Знает он, что упала бомба. Должен давать сейчас инфу. Забирает и второго. Второй был красный. Так, ну и вот Женя 0.15. Не будет у Жени 0.15 точно. У Жени уже есть как минимум один фраг. Как минимум два фрага. Ну, Женя остается один против двоих. Жене всего лишь 7 хп, 12 секунд до конца раунда. Ну и Жене, наверное, не дадут засейвить. Так, ну Женя делает, кстати, третий минус. И есть у него все шансы, чтобы взять раунд. Остается, правда, всего лишь 2 секунды. Будет он пытаться засейвить девайс. Кертус не рискнул. Не рискнул он идти убивать его. Ваншот берут 5-й раунд. Так, ну и вот, честно скажу, подпортили экономику команде New Hope тем, что вот сначала отдали им один раунд, после чего сразу же взяли в ответ. С финансами сейчас явно проблемы будут. Женя вот засейвил девайс, может быть, даст дроп. Но видим, вот у Аймбата есть Дигл, у Пингу есть АКМ. То есть, ну, в принципе, такой слабенький бай есть у команды New Hope. Так, давайте найдем на карте человека-невидимку. Вот он у нас нулик. Он у нас ползет в кишке, как раз его мы не видим. Ну и вот Зефет будет сейчас выходить на 2D. Вышел он на 2D, потерял АКМ, 2D потерялось. Под флешки они сейчас выходят. Или просто не выходят, отогнали они скота Аймбата. Еф делает второй минус в этом раунде. Забирает он Женю 0.15 в миде. Кертус убивает Аймбата, остается невидимка. Ну и вот, в принципе, очень уверенно берут ваншот. Раунд за дефенс. Счет 6-1. Для дефенса, кстати, это очень-очень-очень неплохо. Атаковать, как по мне, чуть-чуть легче. Но тут, на самом деле, тоже кому как. Так, ну теперь точно будут сливать команда New Hope. Проиграли они 2 раунда подряд. После взятого. Что сулит им мало денег. Так, Дима делает первый минус в меде. Тем временем идет у нас аркада на Б. Заходят игроки команды New Hope. Вот Аймбат куда-то побежал. Непонятно зачем. Зетфет делает единственный минус в этом раунде для команды New Hope. Ну и на этом его подвиги заканчиваются. Да, все у нас пока печально складывается для команды New Hope. Их надежда тает на глазах, но. Это такое дело. Так, Дима убивает Пингун. Зигзаги поджимал он, а так убивает смайлик. Зеф с вертухи делает отличный минус. Зетфет. Блин, вот больше всего не люблю комментировать, когда вот такие безобразные ники, которые вот Женя 0.15. Ну просто напиши свой ник. Какой Женя 0.15? Так, ну вот Женя 0.15 делает 2 минуса. Заходят игроки, делает третий минус. Вот Женя 0.15, кстати, далеко не 0.15 игрок. Ну и вот тут непонятно сейчас. Остается один атак против двоих игроков команды New Hope. Ну и вот... Бомба тем временем ставится на пленте А. Вот только сейчас понимает это. Так, ну вот не сможем мы переключиться ни на кого.
7-2. Не все так печально, как казалось. New Hope не оставляют надежд на победу в этом матче. Борются они для того, чтобы попасть в групповой этап Asus Open. И, ну, в принципе, еще рано сдаваться на самом деле. Так, что тут по карте мы видим? Три игрока команды New Hope в большом доме. Вот Смайлик идет на кота. Играют они на отстрел. Выманивает он флешки Грены. Получает отличнейшую Грену, которая взрывается у него прямо под пятой точкой. ЕФ и Дима делают отличных два минуса. Кертус выбегал на Смайлика, пытался сделать этот минус, но, к сожалению, не собрался и отдался. Так, ну и вот теперь давайте смотреть за Женя 0.15. До этого Женя творил чудеса. Ну вот на этом чудеса заканчиваются. ЕФ убивает двоих игроков в миде. Остается невидимка. Ну это вот самое печальное. Вот как смотреть вот теперь, как разыгрывается ситуация. Ну только вот так вот. Так, давай смотреть. Бомба есть на руках. Один против двоих этот игрок. Не знаю я, какой у него ник. Сейчас он будет выходить на Топмана. Топман делает минус и берет раунд для своей команды. Опять вот отдали New Hope'ам один раунд, после чего взяли раунд в ответ. Ну и в принципе у New Hope сейчас опять очень-очень все печально с деньгами. Видимо, один игрок уже точно скупился. Есть у него АКМ. Остальные пока не спешат закупаться. Ну, наверное, будет играть... Нет, все-таки есть еще один Дигл, но не знаю. По-моему, посыпались игроки команды New Hope. Так, идет у нас аркада. Вот сюда врывается Кертус. Убивает одного, убивает второго. Тут все без шансов пока. Невидимка убивает атака. Дима забирает невидимку. И счет становится 9-2. Так, пятого игрока команды New Hope. Ник у него Zetar. Вот с помощью табуляции мы определяем никнейм этого игрока. По-другому на карте он никак себя не показывает. Просто нулик. Так, ну и вот вчетвером они идут в дом. Дима тем временем поджимает зигзага. Zetar убивает его. Нет, это не Zetar. А так принимает Смайлика на кота. Вот рано пошел Смайлик. Тут серия разменов просто. Пока все складывается не в пользу команды New Hope. Ну и вот Женя 0.15 тем временем уже ползает по точке Б. Сейчас он попытается удивить своих соперников своим местом расположения. Но давайте смотреть, что... Забрали невидимку. Ну и Женя остался один против троих. Так, слышит он, как топает кто-то в доме. Ну и не знает, что у него слева тут стоит прямо Кертус, прямо за спиной. Так, вот видел же вроде бы ствол или не видел? Просто очень-очень напряженная ситуация у Жени. Окружили его со всех сторон. Так. Ну и вот Кертус ему устраивает вот такой вот нежданчик. И это 10-й раунд для команды OneShot. Да, что-то вот... Со вторым матчем, скажу так, нам откровенно не повезло. Рассчитывали мы посмотреть в 9 часов матч команды Anexis против словаков, но перенесли этот матч на 20 число, к сожалению, к нашему большому сожалению, поэтому пришлось хватать, какой матч попало. Ну и смотрим мы с вами вот именно эту игру New Hope против OneShot. Женя делает отличный минус EFF, убивает он его с дигла. Так, Кертус забирает двоих на эко, ну и вот... Так, Женя еще все-таки каким-то чудом умудряется забрать Кертуса и делает тем самым два минуса в этом раунде. Но, к сожалению, этого не хватает для того, чтобы взять этот раунд. Пока ничем интересным нас не могут удивить. Команда New Hope вот каким-то арсеналом тактик за атаку. Видим,
идет выход на Димона. Димон убивает одного, невидимка сразу же меняет его в ответ. Ну и будет продолжаться заход на Б. Или нет? Да. Вот стрейфом прочекал смайлик ЕФ. ЕФ делает минус в зигзаге, убивает он невидимку. Дает инфу, что занимается точка Б. Кертус убивает Женю 0.15. Топман до красного надымажил игрока. Точнее, смайлика. Ну вот безобразие. С никами надо писать свои настоящие ники. Ну и Затар остается один против четверых. Не остается у него никаких шансов на то, чтобы взять этот раунд. И счет становится 12-2. Все пахнет разгромом. Все пока идет у нас в одну калитку. Какая-то невеселая игра. Вот предыдущая была вообще жара. Мне понравилось. Там ребята боролись до конца. Тут какое-то просто сношение и бездыханное тело команды New Hope пытается создавать какие-то телодвижения, но что-то у них особо ничего не получается. Так, ZFET убивает товарища Димона в зигзаге. Топман не попадает с АВП, но потом попадает с дигла, с одной пули убивает. Отличный минус от Кертуса, в прыжке забирает он Зетара. Остается смайлик и невидимка, по идее. Да, смайлик и невидимка. Вдвоем они занимают плента. Ну, в принципе, развод удался. Осталось только поставить бомбу. Ну и попытаться как-то сдержать эту точку. 2 в 4. Ну вот, видимо, не спешат игроки ставить бомбу. Сейчас попытаются минуснуть хоть кого-то. После чего, наверное, будут уже ставить плент и как-то размансовывать. Вот, есть. Дождались они. Смайлик убивает Кертуса, но атак тем временем уже поджал скотов. Ну, знает, где находится последний игрок и взрывает его атак. Счет 13-2 первой половины. Команды New Hope. Ну, совсем мало хоуп остается для того, чтобы пройти в следующий раунд Asus Open. Ну, вот в основном для них все будет зависеть от пистолетного раунда. Так, давайте смотреть. Ну, видим, ничем. Вот команды пока сегодня еще не видел ни одну команду, которая бежала не на Б и не на зигзаг. Видим, идет просто аркада на Б. ZFET тут получает хедшот, ну и надо смотреть за ним. Просто не решает он никого принимать, отдает полностью Б-плант. Дает инфу, что точка полностью занята. Ну и попытается сейчас ребята как-то выбить точку. Вот непонятно зачем Дима вылетает на ZFET, но у него получается сделать минус, еще и каким-то чубом он уходит. Ну, полный провал для команды New Hope. Ничего у них уже не остается, никакой надежды. EF делает последний минус, и это 13-3 в пользу команды One Shot. Так, ну... Так, 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 что же теперь будут делать? Ну, видимо, команда New Hope покупает диглы, пытаются, ну, не стараются они сыграть на ничью, пытаются все-таки, если уже какие-то претензии, то надо на победу претензии предъявлять. Вот они пытаются сейчас взять эко-раунд с диглами. Пока ничем интересным для них это не заканчивается. Дима, вот тут серия минусов. От команд остается один Женя 0.15 против четверых игроков команды OneShot. Прячется Женя в пленте. Ну, непонятно, почему Женя прячется, когда вся команда пыталась где-то наделать минусов. Но, к сожалению, ничего у них толком не получилось. Забрали одного Кертуса. Ну и вот забирают последнего Женя 0.15. Так, почему-то у нас зачислило раунд... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я творю? 4. Нет, 3. А тут у нас... Так, 14 раундов у команды One Shot против всего лишь 3 раундов команды New Hope.
Так, ну видим, мы тут уже решили не затягивать игроки команды OneShot. Просто бегают они в аркаду, знают, что особо денег у команды New Hope нет. Ну и будут они сейчас летать. Вот Zetar убивает Димона с Зигла, поджимал он зигзаг. Димон, походу, вообще этого не ожидал, так как Zetar остался полностью сотым. Топман убивает Zetfeta. Атака, подсадили на ящик, прочекал он смайлика. Забирают Женю 0.15 в пунте. Ситуация у нас 2 в 1. Остается человек-невидимка против двоих игроков команды OneShot. Ну и это... 15-3. Это ничья для команды OneShot. А, даже вот так вот. Даже это не ничья. Игроки почему-то пишут ГГ и... Все, на сегодня, точнее, в данный момент наш матч заканчивается. У нас есть полчаса для того, чтобы дождаться матча, который будет в 10 часов. Пока у нас есть небольшие сомнения, какой именно этот матч будет. Это будет матч или Керчнет. Сейчас я вам точно скажу. Так. Сейчас скажу, ребята, вам, что мы будем с вами смотреть в 10 часов. Так, с кем же играет Керчнет? Керчнет у нас будут играть с командой P2P.ru. Сказали, что это очень-очень интересный будет матч, но будем надеяться, и, скорее всего, это будет именно он. Также у нас есть второй матч, пока не знаю, что там приготовили судьи, точнее, меня судьи снабжают информацией, какой матч будет интересный, какой нет. Ну вот, пока не знаю я, какой будет именно второй матч. Но вот, скорее всего, что будем смотреть за ребятами из Керчнет и командой P2P.ru. Ну, а пока делаем небольшую паузу и ждем 10 часов и начала матча.